У жителей Заводоуковского округа есть возможность обсудить проблемы напрямую с главой Светланой Косеновой. В 16 сельских администрациях и на 6 площадках города проходят сходы граждан. Там обсуждают итоги развития территории за прошлый год и планы на будущее. Чаще всего жители задают вопросы по благоустройству. У нас была проблема с пешеходным переходом вот вдоль улицы Челюскинцев, потому что, обходя свой дом, часто дорожка не чистилась. Но обращались жители в администрацию, я понимаю, и сейчас проблем нет, действительно все решилось. Площадку у нас построили в декабре месяце, детскую, хотя это, конечно, ненормально. То есть по всем правилам должно быть весна, лето, там, начало осени, чтобы мы видели вот это вот все. Нам строили ее в конце декабря, прямо перед Новым годом, за неделю до Нового года. Ну, сами понимаете, да. Вот сейчас как раз главе округа мы задали этот вопрос, что дальше будет. Она сказала, что не переживайте, мы все это доделаем. То есть если какие-то будут минусы, то есть все это устранится весной, летом. Также на сходах граждан чествуют супружеские пары. В рамках года семьи глава округа вручает семьям благодарности и большой торт.